Отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии готовит праздничную программу, чтобы сердце ликовало и пело, радуясь о Господе. 9 февраля группа «Атриум» отмечает свое 15-летие. Концертом группы и откроется празднование Дня православной молодежи. 12 февраля состоится поездка на кинофестиваль «Пленка-2023». 15 февраля – молитва в своих храмах, празднование Сретения Господня с друзьями и домашними своими. 19 февраля пройдет литургия в храме Воскресения Христова, Спас на крови. 8:00 – начало богослужения, которое возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофий, а в 10:00 – начало движения крестного хода до Казанского собора. 10:30 – полевая кухня. 11:30 – 15:00 – праздничная программа. Ожидаются молодежные форумы благочений. Празднование проходит по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофием.